Привет всем, с вами Прапор. Итак, сегодня у нас возвращение легенды, это Квазарик. Если вы смотрели прошлое видео, то вы знаете, кто это. Так вот, предыстория такая. Спустя 5-6 месяцев один из моих администраторов скинул мне прикольный стрим. И угадайте, кого я там услышал? Верно, легендарного Квазарика. И он опять начал обманывать простых игроков. Это видео было посвящено новым игрокам, которые пришли в StarCraft совсем буквально недавно. Если вы знаете какого-то новичка, перешлите ему это видео, чтобы знал, что есть такие плохие люди наподобие этого существа. Это видео было смонтировано с новым и старым материалом. Прошу оценить мои старания. С вас лайк и подписка. Всем спасибо за внимание. Это будет такое, так сказать, соревнование. Нужно ставить ставки мне на почту, но прикол в том, что я как бы, ну, принимаю все, можно и вещи, и деньги, без разницы. И прикол в том, главное, что я возвращаю все обратно, то есть как таймер выходит, то есть как мы заканчиваем розыгрыш. Вот, то есть я с этого не зарабатываю ничего. Просто как вообще происходит розыгрыш, как стать победителем? Чтобы выиграть главный приз, а конкретно модку, ригель, зивку, без разницы, нужно ставить ставки мне на почту. Чья ставка будет самая большая под конец таймера, тому отправляем, ребят, главный приз. Но сразу говорю, это не аукцион, и ставки я всем возвращаю обратно. То есть даже если вы выиграли, вы получаете и приз, и свою ставку обратно после розыгрыша. Как вы могли уже заметить, спустя 6 месяцев изменений практически ноль. Все тот же самый текст, все тот же самая схема, все то же самое. У него меняется только одно название канала. Раньше у него был Квазарик, потом у него был Бонпари, потом Курасаки, потом еще как-то так. И вот так вот до бесконечности, пока его уже просто все не будут узнавать. Я не понимаю, для чего он это делает, но вы сами видите, у него вообще ничего не меняется. Смотрим дальше. Так, все, модератор красавчик скинул мне его ник. Он подписан, все четко. Поздравляем парня. Вот. Все. Сейчас приз отправлю. Чтоб ты нахуй мне не выебал, чтоб не писал хуйню. Я тут, а. Так, ну все, чел подписан. Так, вот эту хуйню надо подвинуть, чтобы ник не загораживало. Так, ребят, поздравляем победителя. Все, в принципе, отправили приз. Прокалывается он на типичных ошибках, наподобие веса снаряжения, которое остается без изменений. Как вы можете заметить, когда он переносит почту, у него остается такой же вес, точнее. Но судьба с ней такова, что берегите свои кровные деньги, не скидывайте никому. Никогда деньги на ставки какие-то или розыгрыши, потому что это все идет скам. Якобы он говорит, что он не зарабатывает с этого, он с этого зарабатывает и очень хорошую прибыль. Если вы не смотрели мой старый, самый первый ролик, он полностью на 55 минут идет, то там все полностью подробно рассказано. Плюс мы с ним лично общались. Вы можете перейти по ссылке и посмотреть это видео. И в конце ролика у меня для вас самое вкусное осталось, как он прокололся на этом стриме. Так что спасибо всем за внимание, с вами был Прапор, желаю удачи, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока!